Добрый вечер, генерал. О, погоди. Ты же теперь просто человек. Мистер Джеймс Форд. Генерал Райан просит у вас непревзойденного совета. Нет. В ответ он вас восстановит. Сверхов. 4 часа назад команда разведчиков произвела первый контакт. Стой тут. И у них пленные. В связи с первым контактом человечество должно ударить первым. Чтобы убедиться в дальнейшем выживании нашего вида. Операция «Космический грех» начинается. Одна угроза для человечества. Вот тут космическая атака. Через них они приведут армию. Одна миссия по спасению. Каков статус сигнальной бомбы? Если вы хотите запустить бомбу, придется выйти на орбиту. Одевайтесь. Это что-то с чем-то. Если мы их не сожжем, то хоть в музей отправим. Уверен, обо мне сказали так же. Если оставить дверь открытой, то мы нападем и устроим засаду. Мы не будем ждать, пока они нападут. Фрэнк Грилла. Мы сами нападем. Брюс Уиллис. То, что мы делаем, проще всего. Сложнее всего – это жить с этим. Космический грех. Озвучено специально для HD-трейлеры.